США признали рост конкуренции сверхдержав на море и воссоздали второй флот. США воссоздали второй флот, расформированный в 2011 году. В заявлении ВМС США указано, что это сделано в ответ на конкуренцию великих держав, передает Reuters. Обновленная стратегия национальной обороны гласит, что мы вернулись в эру конкуренции сверхдержав, сфера безопасности продолжает усложняться и ставит перед нами все большее число вызовов. В ответ на это мы выставляем сегодня второй флот, заявил руководитель военно-морскими операциями ВМС США, главком, адмирал Джон Ричардсон. В зону ответственности воссозданного соединения войдут Северная Атлантика и Восточное побережье США. Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. 17 апреля в ВМС США был представлен отчет, согласно которому американская программа прибрежных боевых кораблей LCS, Littoral Combat Ship, признана провальной. Данные Морского института ВМС США гласят, что в 2018 году моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.